Патрик, смотри, кто-то из полицейских собирается домой. Дневная смена, видимо, кончилась. Разговорчики в камере. Прекратили. Тишина должна быть. Джуди, ты что, домой собираешься? Да, собираюсь. Моя смена закончена. Ты остаешься за старшего, Кубка. Тебе все понятно? Конечно, все понятно. Не первый же раз я остаюсь за старшего. Ну ладно, хорошего тебе отдыха, Джуди. Только смотрите, чтобы все было хорошо. Ладно, я поехала. Поеду еще по своему райончику. Джуди, пока, хорошего отдыха. Пока, Лео. А вам хорошего дежурства. Смотрите, Губка, чтобы все было хорошо. Да не переживай ты, Джуди, все будет нормально. Что здесь может случиться? Ну все, тогда я поехала. Пока, до завтра. Пока. Классная все-таки тачка у Джуди. Лео, будь внимателен там с осужденными. Как бы они оттуда не убежали. Я буду у себя в кабинете, если что. Понял тебя, Губка. Да куда они денутся? Они здесь сидят очень тихо. Я им даже разговаривать не разрешаю. Но все равно, будь предельно внимательна. Ну ладно, я пошел к себе. Ну все, ложитесь спать, чтобы мне не мешали. И тишина, чтобы была в камерах. А то смотрите у меня, получите дубинкой. А я пошел тоже отдохну немножко. Где же миньоны? Самое время сейчас текать отсюда. Сейчас все заснут, и мы отсюда убежим. Главное бы миньоны нас не подвели. Да они не должны нас подвести. Мы же с ними уже договорились. Они, наверное, уже где-то рядом должны быть. Ну что, начнем? Подъезжаем к тюрьме сзади, по воде. Я залезаю наверх, открываю клеточку бесшумно, а вы меня страхуете внизу. Потом они все спрыгивают в воду, цепляются за наш мотоцикл, и все валим из тюрьмы. И так получится побег. И такой вот наш план побега из тюрьмы Однозубова и Патрика Толстопузова. Что-то, конечно, немного страшновато, но я думаю, у нас все получится. Да не бойся ты так, все получится. Я сам залезу наверх и открою решетку. Ну, если ты сам поднимешь, тогда хорошо. Ладно, я буду их ждать внизу. Ну все, держитесь там сзади покрепче. Сейчас поедем, вытащим их из тюрьмы. Ну все, поехали. Держитесь крепче только. Подъезжаем, все на месте. Останавливайся. Ну что, давайте наверх, я вас здесь жду. Патрик, готовься, они уже приехали, я их вижу внизу. Они на воде стоят, на водном мотоцикле. Ну что, давай быстрее наверх, пока никто нас не видел. Давай лучше я сам пойду. У меня, смотри, что есть специальная штука, с которой я смогу сломать дверь. Вот какая-то монтировка. Ее еще называют фомкой. Я сейчас с ней открою. А ты лучше здесь меня подожди. Хорошо, тогда я останусь внизу. Я буду им махать красным флажком, чтобы они приготовились. Патрик, смотри, красный флажок. Значит, нужно приготовиться. Они сейчас к нам залезут. Классный все-таки мотоцикл. Я сейчас по этой штуке залезу наверх. Давай, давай еще ближе. Еще чуть ближе. А теперь подними наверх. О, отлично. Все, сейчас я залезу. Ну все, классно. Ждите меня внизу. Ты видел, как он круто забрался? Вообще молодец. А водный мотоцикл — это классная штука. Ну все, отлично. Тебя никто не заметил. Давай же открывай быстрее эту решетку. Сейчас открою, как мне страшно. Сейчас все сделаем. Давай открываем еще сильнее, сильнее. Сейчас давлю. Опа, 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 готово. Отлично, молодец. Теперь надо только Патрика вытащить. Ну все, вышли все. Давайте быстрее бежим отсюда, пока нас никто не видел. Все за мной, сейчас будем прыгать вниз. Уходим. Давай, Кубка, прыгай. Ух ты. Ну все, вроде никто не заметил. Уходим, уходим. Еха, еха. Е-ге-ге, е-ге-ге. Патрик, держись крепче. Ух ты, как гоняем прям по воде. Ух ты, летаем как. Классно, мы убежали из этой тюрьмы. Ну вот и доехали, вот он наш дом родной. Вот мы и на месте. Спасибо вам, миньончики, вы нас выручили. Как вы нам помогли убежать из этой тюрьмы. Ох, как ты мне надоело сидеть за этой решеткой. Молодцы, миньончики, классно сработали. Мне очень понравилось. Я правда испугался немного, но мне тоже очень понравилось. Но мы всех выручили, мы же тебе обещали, что не бросим тебя в беде, Однозубый. Мы, миньончики, всегда за тебя, потому что мы банда. Банда! А ты Однозубый, наш главарь, поэтому мы тебя никогда не бросим. Мы всегда за тебя. Но завтра нам нужно обязательно поехать домой к Грю. У них там праздник, день рождения у Люси. И там мы поговорим с хозяином. Может, он тоже перейдет на нашу сторону. И тогда наша банда будет очень большая. Да, если Грю согласится с нами, тогда будет это отлично. У нас будет очень большая банда. Но мы завтра попробуем их уговорить. Ну, самое главное, чтобы там не было засады полицейских. Потому что они знают, что вы миньоны. И можете прийти домой к Грю. Они просто сделают там засаду и все. И нас всех переловят. Не переживай, толстопузы. У меня есть план. Мы просто переоденемся, но это все будет завтра, и мы будем на этом празднике. Вот это уже круто, это мне уже нравится, Однозубый. Конечно, правильно, потому что мы банда, большая-большая банда, это мы. Ну что, мы тогда сядем на мотоцикл и поедем к Грю, чтобы не было на нас никаких подозрений. А вы, парни, тогда подтягивайтесь сюда завтра, только не забудьте переодеться. Не переживайте, вы завтра нас даже не узнаете. Ну ладно, езжайте, спасибо вам еще раз. Спасибо вам, миньончики, а мы сейчас покушаем и ляжем спать. Ну все, завтра встретимся на празднике в вашем городке, ждите нас. Ну все. Пока, мы поехали. Увидимся завтра, только не опаздывайте. Пока, миньончики. Мы настоящая банда. Спасибо. До завтра. Пока. Опа, что такое? Не понял. А где? Где заключенные? Куда они подевались? Странно, никого нет в камере. Побег, побег, тревога. Побег, заключенные убежали.
Тревога! Губка, все убежали, срочно сюда! Что случилось, Лео? Как они могли убежать? Ты же их охранял! Я заснул только на минутку. Проснулся, а их уже нет. Я даже не представляю, как они убежали по воде. Значит, им кто-то помог. Ну ничего, сейчас разберемся. Я объеду все дворы, все равно я их найду. Может, они еще недалеко ушли. А я объеду с этой стороны. Значит, они уплыли по воде. Как же так? Как же я мог заснуть? Как же я уснул? Ну, Джуди мне завтра устроит. Всю ночь объездил и нет никого. Никого не нашел. Ну что, Лео, никого? Я тоже никого не видел. Что же делать? Сейчас должна Джуди подъехать, я с ней связался. Она тоже проезжала несколько районов. Вон она едет, кстати. Ну что скажете? Видели кого-нибудь? Да нет, вообще никого. Они как сквозь землю провалились. Мы все объездили. Никого нигде нет. Очень странно все это. Как они могли убежать по воде? Им точно кто-то помог. Я даже, по-моему, догадываюсь, кто. Скорее всего, это миньончики им помогли, которые убежали тоже из нашей тюрьмы. Да, это точно Джуди. Без сообщников здесь невозможно никак. Надо что-то придумать обязательно. Так нельзя. Должны же они где-то быть. Я думаю, надо заехать к Грю. Они должны прийти туда, если это, конечно, миньончики. Там сегодня у Люси день рождения, и они будут очень сильно отмечать. Это большой праздник. И если это миньончики помогли убежать Однозубому, то мы их всех вместе там и схватим. Нужно будет сделать там засаду. Отличная идея, Джуди. Но Грю не занимается давно уже такими делами, ограблениями и другими плохими делишками. Он же исправился. Он-то, может, исправился, а вот миньончики, они никогда не исправятся. Я чувствую, что это помогли Однозубому только миньончики. И они все будут на этом день рождения. Там их всех и возьмем. Все правильно, парни. Ну что, тогда поехали в отдел, разработаем план, как сделаем засаду. Итак, поехали в отдел. Поехали, все за мной. Стоп, друзья, я вспомнил, где их можно найти. Они, скорее всего, в своем логове. А ну, поехали туда, я знаю, где это. Вперед. Да, это точно, они могут быть там, в логове. Вперед туда. Да, это точно, они, скорее всего, там прячутся. Ух ты, ты смотри, как классно придумал. Теперь нас никто не узнает в этих костюмах. У тебя даже два зуба теперь появилось. Никто не скажет, что ты однозубый. Ну все, теперь полиция никогда не догадается, что это мы. А зубы это я просто один ставил. И теперь они смотрятся как два. Ха-ха-ха, никто нас не узнает, папик. И твое пузо не видно. Итак... Теперь нам надо быстрее уезжать отсюда. Я чувствую, что полиция скоро нагрянет нам сюда. Я тоже это чувствую. Я уже прям нюх у меня на них. Они, наверное, едут сейчас сюда. Они же знают, что нам больше некуда деваться. И только в этом логове мы можем от них спрятаться. Ну что, уходим отсюда? Да, конечно, уходим, Патрик. И машину я специально для этого припрятал. Смотри, какая у нас тачка. Итак, все, толстопуз, поехали отсюда. Ух ты, какая классная тачка, нас теперь даже миньончики не узнают, вау! Нас теперь с тобой даже полиция не узнает, если встретят, ха-ха-ха-ха! Классно! Ну все, видимо, мы опоздали. Они были здесь, но уже ушли. Теперь только одна надежда. Будем делать засаду у Грю. Там они точно появятся. Только самое главное их там дождаться. Да им больше некуда деваться. Там мы их всех схватим. Я в этом уверен. Ну что, тогда поехали в отдел. Будем готовиться к вечеру. И сделаем им отличную засаду. По машинам. Очень жаль, конечно, что мы их упустили. Да им далеко не уйти. Все равно мы их схватим.